Собрание поступило заявление от главы Балаковского муниципального района Соловьева Александра Александровича об отставке по собственному желанию. В связи с этим предлагается принять отставку главы Балаковского муниципального района Соловьева Александра Александровича и прекратить его полномочия с 19 апреля 2021 года. Губернатором области предложено Александру Александровичу Соловьеву занять должность заместителя председателя правительства Саратовской области. В его сфере деятельности будет находиться промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство. Это основные отрасли, за которые будет отвечать Александр Александрович. Я считаю, что перейдя на должность заместителя председателя правительства, вы также будете активно помогать району, тем более те задачи, которые стоят сейчас перед Балаковским муниципальным районом, они многогранны и подтверждены денежными средствами, подтверждены инициативами, которые совсем недавно внес Вячеслав Викторович Володин. Вы правильно расстанавливали приоритеты. Все объекты жизнеобеспечения в городе функционировали, объекты социальной сферы работают, инвестиции в город привлекаются, и проекты, которые реализуются на территории Балаковского муниципального района, они также реализуются при вашем непосредственном участии. Это я говорю о Московской электронной школе, где мы один из немногих регионов, которые участвуем в этом проекте. Я говорю о строительстве стадионов совместно с промышленными предприятиями на территориях образовательных учреждений. Я говорю о парковых зонах. Я говорю о взаимодействии с промышленными предприятиями и привлечении инвестиций, в том числе о борьбе с пандемией. Именно вам мы обязаны тем, что вот в этот период вы нашли взаимодействие с промышленными предприятиями, который позволил нам вот снизить риск заболеваемости этой болезнью. Можно много говорить о том, что вы сделали. Вот. Действительно, нам с вами было очень комфортно. Впереди у вас новые цели, новые задачи, новые функции. Я вам желаю успешной деятельности, успешной работы. На самом деле время пролетело достаточно быстро, но в то же самое время, за этот промежуток времени, по всем инициативам, которые были предначертаны для Балаковского муниципального района, спикером Государственной Думы Вячеславом Викторовичем Володиным, поддержаны губернатором Саратовской области Валерием Васильевичем Радаевым и, конечно, под четким, неусыпным, ежедневным контролем Николая Васильевича Панкова, мы могли с вами очень многие задачи реализовать и планы, которые перед нами поставленные Вячеславом Викторовичем. Надеюсь, что вы сможете реализовать. Я готов всегда вместе с вами, как сказать, в одной команде и реализовывать эти проекты. Огромное спасибо Валерию Васильевичу за предложенную возможность реализации больших проектов уже на территории и Саратовской области. Я обещаю и постараюсь также честно служить и работать на благо Саратовской области, жителей Саратовской области, как мы делали вместе с вами на территории Балаковского муниципального района.